Ноябрьские дни – время подарков для белорусов. В канун 7 ноября в разных уголках страны появляются новые объекты и обновляют старые. Ведь так важно сохранять лучшее. Пример тому – Витебский меховой комбинат, который после модернизации открыли в пятницу. А к сегодняшнему дню в Балбас Варшанского района завершились работы по обновлению поселка. Сделать это место комфортным и удобным для жизни – поручение президента. Будучи здесь этим летом, Александр Лукашенко пообещал, что к ноябрьским праздникам обязательно приедет убедиться, как справились с задачей. Городок заметно обновили, привели в порядок дома и благоустроили инфраструктуру. Сегодня по улицам Балбасова прошелся и глава государства. Чтобы лично увидеть, как преобразился городок. Население здесь 3500 человек. Местные жители больше всего благодарны за строительство станции обезжелезивания. С ее появлением заметно улучшилось качество воды. Здесь реконструировали школу, отремонтировали участковую больницу, обновили многоквартирные жилые дома. Обустроили парковки и тротуары. Ремонт коснулся и центра досуга. Это дом культуры в Балбасово. Теперь здесь современная комната для репетиций. На сцене, наконец, появился занавес. А в зале удобные зрительские кресла. В гости к людям творческим сегодня тоже зашел президент. Напомним, Балбасово наряду с Оршей и Барынью входит в так называемый Аршанский треугольник. Стоит задача вдохнуть новую жизнь в этот регион, сделать его развитым промышленным центром. Но за экономикой всегда стоят люди. Поэтому главное создать все условия для комфортной жизни и эффективного труда тех, для кого этот край родной.